Почему ты самый высший зал? А почему нет зала, где нынешние войска нас доблестно защищают? На реконструкцию. Как поставить туда этот английский БТР? Смотри, какая ваза шикарная. Чего умели делать? Вон самый такой гнусный пан. Какой? Плакат. Где? Пальцы там. Золотая премия, достойная слава героев отцов. Кто это такой? Это? Майор. Никого не напоминает? Летчик. Улетал старшим лейтенантом, прилетел майором. Это только напоминает, это не он. Герой Советского Союза, их так много было? Нет. Майоров. Майоров. Летчик Герой Советского Союза молодых, да? Ну, отличная реклама. А вон, лысый. Чтобы молодое поколение шло в космонавты. Ну да. Лысый в кепке. А нет, потом без кепки. Совсем живой? Нет, вот такой гнусный портрет, так гнусный. Молодежь пропагандирует, чтобы они шли в космонавты. Но... Сейчас это не актуально, это история уже. Да. Сейчас актуально, куда идти, я не знаю. Как, на гей-парад? Ну да. Сейчас другие ценности. Космонавты будут не модными. Надо быть министром пидорасом. Он так себя не называет. Ну, геем. Да, да. Ты переисполнен гордости. Он переисполнен гордости. Вот это главная гордость. Руками не трогать. А ногами? Это ракета, да, я так понимаю уже? Да. Тактическая ракета. Тактическая. Зеркало. Чайник, хлебушек, чесночок. Наверное. Что надо руками не трогать, а то сожжет еще. Чего, спорта были? Сомневаюсь как-то я в этом. Да, я очень сомневаюсь. А теперь объясни мне темному, почему в советское время были такие рекламы нынешнего уровня? Часто такие делают, купи это, продай это. Как это без конкуренции это делали рекламу хорошую? Ну, это чистая реклама, это понятно, что сказка. Сейчас попроще, купи. Вау. Застойные времена было, так сказать, молочная промышленность. О, о, смотри, и Хрущева поставили. Такой молодой весь. К сожалению, не видно даты, когда сделали. 50-е или 60-е? Наверное. Вау, а здесь наш любимец публики. Большой агроном? Ага. Нет, не большой агроном. А. Тот, который мы расширяли, чтобы количество орденов влезло все. Это кого поймали? Это этот, наверное, Новикс. Ну это же не советское время. Это же в наше время. В наше время. Судно не было в наше время. А почему вы в этом зале поставили? В наше время уже. Наше. Нет. Зал называется до 91 года. Ну, это надо ставить в зале от 91 до 2016. Нету такого еще зала. Ну и зря. Могли бы сделать. Шагают доблестные наши войска. Да. Ну, вот. Ну, не, ну что есть, то есть. Почему бы нет? По тебе плачет эти. Чего плачет? Новые эти поправки к уголовному кодексу. Это все советский период. В лучшем случае вот перестаточно. В лучшем случае. Причем здесь. Кстати, причем здесь война, допустим? Это же голая политика уже пошла. А война здесь при чем? Что, война тогда была? Что, воевали кто-то с кем-то? Я не помню такого.
Ну, допустим, это мундир. Это разве военный мундир? Нет. Это милицейский. Генерал-майор. Даже генерал. Ну, то есть милиция, а при чем здесь военные? Ну, то есть этот зал уже можно чисто назвать пропагандистским. Там был историческим, а здесь все чисто пропаганда. Да. Ну, ты элементарно, просто. А вот оружие российских героев, да, ну, которые мне разгоняли ОМОН, да? Ты чего? Издеваешься? Ну как, ну вот видишь, что вот этими. Не понял. Вот это оружие. А зачем оно здесь лежит? Ну это оружие, которое мне разгоняли ОМОН. Отбивались от ОМОНа. Да ну. А чего? Это что, нет, ты не понимаешь, это какой-то другой символ. Вот смотри, там самый главный. Народ собрался. Здесь народ. Да, это не очень понятно, что это за символы какие-то. Ну, дубины как какие-то. Хорошая дубина, а? Нет, это что-то достойно самого Лачка сейчас. Дубину такую поднять. Это вертяшка. Мало говорят. Нет, это для фильмов это шикарно. Но в реальности. Да, если у Кинг-Конга, да. Ну да, да, да. Дубина такая же. Она тяжелая? Я ОМОНовцев бил, да. С таким вот только я не знаю, что делать. Да. Ну, плакаты, это, конечно, интересно. Ну, это голая политика. Почему здесь военные? Ну, как это... Вообще виноваты ватники все. Почему здесь ватники вообще в историческом музее? Тогда еще не было ватников. Я вообще не знаю, что это такое. Я вообще не знаю. Ну, сейчас мы хоть увидим, где были баррикады. А то вечно мы смеялись. На площади баррикады. Это новодел. А фактически на самом деле... Вот Домская площадь. Ну вот, посмотрим, где это было. Домская площадь. А баррикады где? Ну, то есть, где эти самые заграждения? А сами блоки были, по-моему, только у Совета Министров. А зачем вот, сейчас? Вот, видишь? Ну, во, это я вижу, да. У Совета Министров какие-то блоки были. Но они разве переграждали эту самую дорогу? Нет, вот можно было ехать спокойно. Просто они переграждали, чтобы не входить туда труднее. А, понял. Вот такая символика была, ясно. Баррикада, вот я понимаю, вот действительно баррикада. Вот граница взята, чтобы танк не проехал. Хотя сомневаюсь, что танк не смог проехать. Во, наш музей! По бревнышку, по бревнышку. Вон там автобусы стояли. Видишь, это же военный музей. Башня. Да-да-да. Видишь, это бастионка. Правильно? Угу. Там автобусы только стояли. Никаких баррикад не было. Нет, в музее баррикад там была одна фотка из блоков. Было блоки сделано. Были только у этого, в здании правительства. В здании правительства, да. Там видно были эти гранитные стены. Ну вот здесь, допустим, видно, что стоит техника просто-напросто. Ну, техника. Технику поставили, и якобы вот уже нельзя вот проехать, якобы. А блоки, по-моему, только у дома правительства. А, вот, ясно. Стани сами. А где вожди? Это все обычно... Вожди выползли через 5 лет. Нет, мне, пожалуйста, хоть сейчас скажите, как их звали? Их имена, должности. А вдруг вернутся ватники? Чего? А вдруг? Они уже на пенсии все, это уже история. Это нет, чего? Ватники, а вдруг вернутся? Ну и что? Они уже все старенькие, кто это делал. И что? Все равно? Нет, ты, пожалуйста, мне героев покажи. Кто боролся с советской властью? Ну хотя бы в эти дни. Сколько там дней это было? А вот, видишь, блоки есть. Ну вот, я же говорю, где? У Сейма. Видишь? А, у Сейма вижу, это да. Это у Сейма, да, только Сейма и все вижу, будут блоки. Ясно. Блоки хватили только на Сейм, все, вот видишь, у Сейма. Ну вот у Сейма, видишь, такие низкие, высокие делают. Ну и здесь у военного музея. Вау, какой красавчик Сталин. Конечно, здесь у военного музея тоже был. А что, Сталин все годы командовал СССР? Нет, зачем вспоминать Сталина, если он уже помер в 53-м году, кажется. Сука, я помню. Это уже, сука, 30 лет пошло. Ну, критично обсуждать.
Я предлагаю исторично, когда кто помнит, за что отвечает.